В последнее время было много разговоров о том, что бокс могут не включить в Олимпийские игры 2028 года. Вот как ты считаешь, бокс должен быть на Олимпиаде? Ну, конечно, бокс обязан был быть на Олимпиаде. Бокс один из самых зрелищных видов спорта. И, в принципе, это смешно, то, что сейчас думают, я не знаю, функционеры спорта, что новые влияния бокса нету, еще там какие-то виды спорта, как бы, еще я знаю, тоже виды спорта есть, тоже под вопросом. Тоже непорядок федерации. Ну, наведите порядок федерации, если так. Бокс-то при чем? То, что люди какие-то там, что-то там делают, какие-то там махинации. Спортсмены же ни при чем, правильно? Также ни при чем и тренера, ни при чем люди, кто стремятся стать олимпийскими чемпионами. Я не понимаю, тем более в Париже. Париж один из тех стран, одна из тех стран, где бокс развивался. Англия, Франция. Речь идет не о Париже, речь идет о Лос-Анджелесе, по-моему, следующие игры. 28-м. Да, а в 24-м в Париже будет. В 24-м в Париже будет. Да. Нет, в Лос-Анджелесе тем более. Нет, в Лос-Анджелесе это разговор, в Лос-Анджелесе точно будет бокс. Просто я извиняюсь. В Лос-Анджелесе бокс будет, потому что Америка любит бокс. Спонсоры откажутся, многие, я так думаю. Потому что Америка любит бокс. Я не представляю соревнования в Лос-Анджелесе без бокса. То есть в Америке Олимпийские игры без бокса. Но ты все-таки сам на Олимпийских играх не боксировал, да? Я на чемпионате мира боксировал. На Олимпийских играх был очень сложный вопрос. Я был в сборной Советского Союза. Но когда я готовился, 84-й год, Олимпийских игр не было. Ну, знаете почему? Я как раз тогда... Ну, если все циклы я прошел, но в 84-м году Олимпиады не было, в 80-м я был молодой. В 80-м я был второй, ну, все шло, как бы, но я не мог определиться с весом. Я был молодой, не мог определиться с весом, 57 или 60 килограмм. По концовке перешел, остался, захотел остаться 57, и отборочный проиграл.